дорожку постелить на стол зеленую, поэтому взяла салфетки зеленые. Вчера обыскалась уже по два раза в доме, но я в этом доме ее не вытаскивала и не нашла. Теперь буду что-то придумывать другое для сервировки. Сегодня с вами еще засервируем стол. Посмотрим на ваш взгляд. Два варианта. Стекла у меня. Поставлю на стол, там будет видно. Цветное стекло и прозрачное. Цветное красивое, но я склоняюсь на Новый год поставить все-таки прозрачное стекло. Цветное можно на другой праздник. Думаю, в этот раз трещат, как бы не подпрыгнул один мне в глаз. Муж ушел с утра, сейчас уже позавтракал, ушел в мечеть. Хочет помолиться, там денежку, по-моему, бросить в урну. У нас есть здесь соседи, ну, старенькая мама и сын. Сын старше меня, по-моему. Вы представляете, да, сколько лет? Вот они через забор живут у нас, где вот маленькая, хотела сказать, избушка. Ну да, маленький дом, и у них нет газа, они печку топят, а обогреваются углем. С утра муж говорит, положи подарок, отнесу им. Я говорю, а что ты так долго думал? Раньше не мог сказать, когда фруктов побольше было привозных. В общем, что есть дома? Яблоки из привозных кое-что. Ананас. Отнес им, поздравил их с наступающим. Вот я его маму даже ни разу не видела. Она из дома не выходит. Жены, по-моему, у него нет. Дома хозяйки, в общем, нет. Он сам за мамой смотрит, за домом. Так, все готово у нас. Все. Сейчас приготовим с вами соус терияки. На очереди у нас соус терияки. Он мне сегодня нужен не столько для вкуса, сколько для украшений. Но и немножко, конечно, он все равно, если попадет в блюдо, все равно даст свой вкус. Но он лишним не будет. Я его немного добавлю, будет вкусно. Этот соус очень легко делается. И очень вкусный. Мне нравится в мясных блюдах, крылышки, допустим, и в некоторых салатах. Вот сегодня он мне нужен, и я хочу вам поделиться своим рецептом. Я беру вот такой сотейник. Так, вот так будем смотреть. Вот так. Соевый соус. Где-то примерно 100 грамм я возьму. Вот так. Воды, просто воды, также меда, где-то 3 столовые ложки. Раз, два, три. Крахмала 1 чайную ложку. Имбирь. Здесь чайная ложка выдавленная. Чеснок. Беру чайную ложку. И сейчас еще выдавлю немного лимона. Лимонный сок. Ничего, если попадет косточка, потому что после варки, а этот соус мы будем сейчас варить, после варки мы будем процеживать его.
размешали хорошо. Ложка сахара. Поставили на огонь и греем. И помешиваем. Вот он сейчас жиденький. Не спешите бояться и добавлять крахмала. Сейчас он загустеет. Мне мало сахара. Добавлю еще ложку. Огонь я убавила. Сахара я добавила 2 ложки в итоге. Когда начнет закипать, мы его выключим. Вот такая консистенция. Сейчас немного остынет. Я выключу. Немного остынет. Я его сцежу. Для меня вот такая густота достаточно. Если вам нужно гуще, вы можете удвоить крахмал. Все. Теперь будем смешивать. Видите, какой тягучий. Так аккуратненько. Все. Вот таким образом мы получили наш третий соус. Соус терияки. Вот такое. Я тут делаю самсу, надумала. Тесто буду делать песочное. Сейчас натру. Не обязательно натирать, можно мягкое масло. Но у меня оно такое чуть-чуть замерзшее, поэтому я через терку быстро-быстро. 500 грамм муки, пачка масла, берем один белок, желток оставим для смазки, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды пищевой, капля уксуса, ложка майонеза, вторая, 100 грамм воды, столовая ложка масла подсолнечного. Замешиваем тесто до эластичного состояния. Добавляем муку, чтобы тесто было эластичным. Затем отправляем его отдыхать. Убираем в сторону, накрываем чашкой. Займусь начинкой. Вот так я нарезала грудку курицы. Нашинкую как через терку, мелко-мелко. Немного масла, соли, черный перец. И все смешиваем. Желаю вам в новом году новых успехов. Будьте все здоровы. А я сейчас сервирую стол и хотела спросить вашего совета. Стол накрываю на троих.
понятно, почему здесь жемчуга. Я хотела спросить по поводу стекла. Мне кажется, все-таки прозрачное лучше, да, подходит. Оставлю прозрачное, значит. Вот наши манты готовы. Ура! Садимся за стол. Всем приятного аппетита! Вот наши манты. Сейчас будем ужинать. Салат антрикот. Самса с курицей. Селедка под шубой. Все догадались, конечно же, это Цезарь. Сегодня он у нас с креветками. Тарталетки с икрой и креветками. Ну, конечно же, оливье. Как без него? Мою родную жену, душа моя, продолжение жизни мою, Айданушку, внучку, дорогому, хочу подарок подарить своей на Новый год. Какой? Клаус, дайте мне подарок. Так. Ждем подарки. Разрешите подарить? Разрешаем. Разрешаем. Дорогой Санта-Клаус, дайте мне разрешение подарить свою любимую жену, любимую внучку Айданушку, жену Маржану, подарки, которые Разрешает. Сначала свою вторую половину. Ой, спасибо. Конфетка. Кушай, Ева, покушай.
Порой душа моя продолжение жизни, внучку Айдарушку. Ой, спасибо! Спасибо! Дай поцелуй. А то я тебя поцелую. Он подарок целует. Открывайте, посмотрите. Это подарок. Богатство или что-то не принесет большого. Я думаю, эти подарки открывает счастье в жизни, дорогу души. Спасибо, Адам, мне как раз нужно были перчатки. Душе счастье на дорогу. Мне тоже. Пусть подарки принесут большое счастье. Он мне взял перчатки, чтобы я снег чистила. Ура! Спасибо. Да. Садись, Наташка. Ну, давай так. Теперь я. Можно я теперь? Можно. Я дарю для Пашки, для Наташки подарки. Спасибо, моя дорогая. Это для Пашки. Балалайка, что ли? Балалайка. Балалайка, что-то? Ну, вот такой. Упаковка красивая. А да, а это тебе. Ой, Джанни. Душа моя. Золото, бриллианты нет. Ну что, у меня есть большая сейчас какие-то. Лиса поцелуйте. Это что, молодец? Ух ты! Поздравляю! Это чтобы ты мне блинчики готовила. Ты, наверное, себе их взяла. Да? Ну да. Сама будешь готовить. Только я сама. Спасибо, моя дорогая. Айдарушка, хорошо, что маленький ты принес. И как скоро ты. Ты еще по башке мне ударил, вот линейка. А это что такое? Это не сильно уже. Подставка. Это подставка, чтобы шутка, она вообще крутилась. Да ты что? Ты же делаешь обзоры? Ага. Ну? Давай вот. Там маячок. Ты моя сладкая девочка. Спасибо, моя девочка. Вот так ставьте, она крутится. Ладно. Да? Айдана, у меня подарки. Я сейчас открою. Очень интересный. Мне сама подарка, сама это вручение, это открой. История жизни. Ну-ка. Это день не повторяется, поэтому я вау! Очень люблю. Айдана, спасибо, вот за это спасибо тебе. Да ты что? Такое нашла. Ух ты, молодец, а? Спасибо, моя девочка. Открывай, ура! Айдана, открывай. Ух ты! Ой-ой-ой, какой прекрасный. Там еще а, у ложку вилка там. Какая красота. Да, ложка. Вот золотая кружка. Золотая ложка чайная. Смотри, необычная такая. Ой, молодец. А это мед. Для меда. Мед кушать, палочка. А, вот так берешь? Вот так берешь? И накручиваешь, пока он не упал. Ага, и то, да? Эй, да, за и кушаешь. Спасибо, подарки. За подарок. Джан. Да, можно пока что? Ты моя самая лучшая. Вон туда на тумбочку убери, и все. Наступит. Вот это тоже, кружка тоже. Подарок очень красивый. А Пашка, посмотри, какой. Ага. Наташка, теперь Айдусе подарок там еще. Там есть. Айдус, можешь забирать все остальное тебе. Айдуськины подарок? Там да. Айдуськины подарок. А, ух, один она уже сегодня открыла. Молодец. Ну-ка там послушай. Ух ты, красиво. Еще там есть. Там еще что? Это мое? Твое, твое. Твое? Твое? Огромное такое. Твое. О, твое. Ух ты, красиво, да? Да. Такой большой коробок. Мама, Ёлка, не бей меня. Какая большая коробка. Айдуся, тебе понравится там, я так думаю. Компьютер? Открой.
Ой, посмотри. А стульчик отодвинь, на стульчике открывай. Стульчик возьму вот так и на стульчике открою. Я, наверное, начну с маленьких. С маленьких. Вот так поставлю пока стульчик. Это самый маленький. Все твои, да? Вот молодец, Айдана. Ты заслуживаешь эти подарки. А что это внутри? Коробка. Это с вами делать? Ух ты, красиво, да? Это с вами, наверное. Ух ты, земля родишка есть, вот здесь второй. Мыло? Здесь мыло написано. Мыло делать. Мыло делать, да? Ух ты, класс. Мыло. Классно? Классно. У тебя в прошлом году подобное было, да? Да, помню. Классно, знаешь? Там надо было нагревать все такое. Да, классно. Нравится? Да, очень. Бумажку выбросить туда. А, ну-ка, да? Покажи, я не видел. Вот, мыло. Мыло-то. Ох, мыло. Мыло, она сама будет делать мыло. Мыло, молодец, а? Ну, ручное молодец. Мыло будет, так, это, ручной работы. Так, ручной работы. Потом вот это. Это что? Открывай уже, чего смотришь, написано. Подарок сам просит, чтобы его открыли. Да. Умница моя. Что это? Классная бумага, да? Да. Открывал уже, чего смотришь? Ух ты, что это? Солнечная система. Да. Настольная планетария. Для школы? Ох, красивый ухо-хо-хо, да? Какая красота! Системный, да? Вот будет собирать себе. Классная! Очень а я, кстати, знаю уже почти все планеты. Все, будешь укреплять. Плутон и все такое. Мне нравится? Юпитер, да, нравится очень опасно. Нравится. Бантик, Аташка. Бантик, возьми. Аташка. Бантик. 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 Ох, давай. И здесь, мне кажется, уже идет открывашка. Это что я думала? Лего Фрэнс маленький есть. Да, но это новый мультик, который. А это мы старые это детство делали. Это знаешь, сколько много деталей, знаешь, как долго будешь собирать? Афа, я за секунду это знаю. Мама эти подарки выбирала тебе. Да, мама говорила. То, что типа подарки. Что подарки будут, но что будет, не сказала, да? Да. То, что это все она выбирала. Ты очень рад? Да. Очень рад? Да. Эй, очень, очень. Айдусь, давай договоримся. Сначала покушаешь, потом пойдешь открывать. Играть, да? Хорошо? Апа, я вот эту тарелку съем. Хорошо. Ага. Все. Окей. Апа, мне понравились самые классные подарки. Это солнечная система. Вот она мне пригодится. А я думала, Лего тебе больше всего понравится. Мне больше всего понравится солнечная система. Солнечная система и Лего Фрэнс. Да. Ну, слава богу, что все тебе понравилось. Да. А перчатки как раз больше не теряй. Не уже буду. Какой раз еще? Зима не началась. Сколько перчаток потеряла? Много. И в прошлом году еще. Да. В прошлогодних вообще ни одних нет. Да. Как раз ни маленькие, ни большие. А Ташка молодец. А Ташка молодец.
Это, между прочим, первый раз Аташка покупает подарок без меня. Да. Это первый раз. Самостоятельно. За свои деньги. Его деньги мои деньги. А сегодня он за свои деньги. Сходил. Что-то купил еще дела. Вот такой. Аташка, спасибо большое. Спасибо, Ата. Дай. Я твою воду выпила. А это. Спасибо вам. Я это очень рад. Мои деньги, мои любимые, мои самые дорогие, самые мои близкие людям на подарка она пошла. Спасибо. Желаю вам тебе на будущее счастье большое. Вырос таким принцессой. Очень желаю, чтобы ты очень красивая, очень богатая, очень культурная такая. Но образец такого хорошего человека. Такой же ты вырос. Я желаю тебе. Бог пусть даст тебе белую дорогу. Всегда мы за тебя радовались. За тебя мы душой поддержали тебя всегда. Это наша Аташка и Апашка. Это наша мечта, и мы всегда будем тебе желать самого хорошего. Спасибо, Ата. А Апашка скажу. Апашка моя вторая половина. Сколько лет, сколько как поженились, она всегда мне помогала, всегда мне она советовала, мой советник, мой помощник. Любую минуту, мои трудные, самые трудные дни, она сама все это поддержала семью, заработала за семью. Я никогда это не забуду. И она для меня все. Без нее не могу я. Я вот так хорошо жил или другое не могу сказать. Она моя счастье. Я ее всегда берегу, уважаю, люблю. Чтобы опаску, если Бог счастье даст, это я считаю, Бог дал мне тоже счастье. Я хочу рядом быть всегда Пашкой. Я люблю ее. А у нее прекрасная жена, красивая такая. Дай Бог, я доволен, Бог с вами. Я очень рад мою семью, такое счастье, мою жизнь подарили таких, второй половины, внучку. Я счастлив, одним словом. С Новым годом наступающим. Желаю в Новом году нам счастья, семейное такое. У нас всегда было хорошо, всегда радостно. И всегда мы довольствовали, что нам Бог дал на сегодня, на завтра. Мы всегда рады Бог. Вот мы на бедноте, на богатство, на середине. Мы довольствовали всегда Богом. Это Бог что дал, мы это всегда примем. Хоть какое Он нам испытание делает, мы всегда радостно принимаем. Спасибо Богу, нашему Аллаху, Богу. Всегда нам счастье давал, здоровье давал в жизни. И
И когда мы что-то зарабатываем, ход малый, ход много, нам это дал нам эти деньги пошли на полезные, мы довольствуем всегда. И нужные ресурсы, как там, на жизненный, да, вот так. Поэтому я люблю эту жизнь за то, что у меня есть моя любимая жена, которую я ценю, без нее не могу жить. Внучку, которую я люблю, это продолжение моей души, жизни моей. Я глаза смотрю, внучку я себе вижу, какое было детство, какое было малых лет. Если не врешь, компот налей мне. А то сейчас помру. Все. А у меня лоха пора. Счастье нашему дому. А у меня. С Новым годом. С наступающим. Let's make it count.